Представьте себе ситуацию. Над викторианским Лондоном кружит огромный дирижабль «Леди Свобода», за штурвалом которого находится никто иной, как президент США Авраам Линкольн. Зачем же он прибыл в Британию, спросите вы? Все очень просто. Прибыл он, чтобы спасти от инопланетной угрозы и саму Англию, и весь остальной мир, при помощи тайного отряда, обладающего самыми современными технологиями своего времени. Паровыми технологиями. Похоже на завязку к комиксу, не так ли? Но нет, это всего лишь начало игры Codename Steam. Хотя, надо отдать должное, сама игра стилизована как раз под комиксы. И тут все сделано правильно. Все происходящее на экране отдаленно напоминает Лигу выдающихся джентльменов Алана Мура, та же Англия 19 века, те же технологии, и даже персонажи игры тоже взяты из различной художественной литературы. И все это преподносится нам в виде пошаговой тактической игры. Игровой процесс которой проще также описать отсылками к другим произведениям. По сути, он являет собой помесь XCOM и прекрасной и не менее рисованной Valkyria Chronicles. От первой унаследована инопланетная угроза и зачатки менеджмента, а от второй сам костяк игрового процесса. Мы ходим по очереди доступными нам персонажами. Весь ход ограничен запасом пара, который тут заменяет очки хода. Передвижение и атаки расходуют его по-разному, что логично. Ну а после окончания начинается фаза хода противника, на которую повлиять никак нельзя. В общем, схема привычная для всех любителей тактических игр. И вот таким образом, зачищая арену за ареной, нам и нужно продвигаться по сюжету. Звучит все, конечно, немного уныло и олдскульно, но, поверьте мне, игра увлекает ничуть не хуже недавнего переиздания олдскульного XCOM. Ну а для владельцев Nintendo 3DS, которых уже наверняка немного подзадолбала фэнтезийная серия Fire Emblem, это вообще глоток свежего воздуха. В общем, если любите тактические игры, то вам стоит попробовать ее обязательно. До новых встреч!